Хорошо. Великолепно. Потрясающе. Если бы не генератор на заднем фоне, который там клокочет по непонятным причинам. Вроде есть свет, но почему-то он работает. Вообще было бы замечательно. Были бы птички слышны и звуки природы. Семья, всем привет. Это Сочи, Краснодарский край. Хорошая погода, отличная атмосфера. Настало время и уделить немножечко времени себе. Хорошо, пускай будет так. А я напоминаю, что мы находимся, мы сейчас находимся, а мы постоянно со своей семьей проживаем. Село Каштаны, Адлерский район, Хост, дорогие друзья. Ровным счетом от этого места, где я сейчас стою, 6, максимум 7 километров до моря. На абсолютном расслабоне вы доедете за 10 минут на машине, не напрягаясь, по отличной двухполосной асфальтированной дороге. Я вас всех приглашаю, пожалуйста, храм Святого Стратотепца царя мученика Николая II. Приезжайте, отличные места, природа, абсолютно современные батюшка, матушка, без каких-либо, знаете, напрягов лишних. Православный приезжает, у нас здесь своя паства, достаточно ограниченная, спокойная. Можно сходить на службу, просто отдохнуть, почитать, пообщаться, провести трапезу после службы. Классно, уютное место. Приходите. Но я вам напоминаю, что если вы захотите приехать просто в Сочи в гости позагорать, вы тоже это можете сделать. Приезжайте. Вот уже начинается утренняя служба, поэтому не буду опаздывать. Пойду помолюсь вместе со всеми православными. За наше, так сказать, общее здоровье и благосостояние. Ну и, конечно же, еще бы мира во всем мире, что называется. Все, пойду. Thank you.
церквей. Свет от света, Бога истина, от Бога истина. Рождена, не сотворена, едина сущна Отцу, уже вся выше. И человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святого, и Девы, и во человечеся, распятого жизни, бренти себе, и страдавший полюбил, воскрешил третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, сидящего в десную Отца, и Боги грядущего со славою судить, и мы мертвыми вложит царствие, не будет конца. И Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняем, славим у благовавшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь. И заповедую единое крещение восстановление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. В общем, батюшка всех агитирует, чтобы все приезжали с палатками, ставили палатки, забирали у детей телефоны мобильные, есть где еду приготовить. И он говорит, все удобства есть, поэтому он говорит, все с палатками, приезжаем. Поляна есть, прямо около храма, место безумно благодатное, разрешает поставить палатки. И вот можно в пятницу приехать, в субботу сходить на службу. На вечернюю, воскресенье, на утреннюю. Тем более рано он не начинает, начинает в 9. Все уже проснутся. Вот такое красивое, благодатное место рядом с нашим домом. Я с огромным удовольствием всех вас приглашаю, приезжайте. Поделимся с вами координатами. Будем вместе молиться, общаться. Здесь можно еду приготовить. Чем внизу трапезная. Вот такая вот красота. Приезжайте в гости, друзья. Счастья, здоровья, любви вам. Я вас обнимаю. Ждем вас у себя в гости. Село Каштаны, Хоста. И, конечно же, я его напоминаю, что если вы хотите купить квартиру в городе Сочи, либо участок земли, либо дом с ремонтом или без, в любой локации, Дмитрий Александрович всегда вас ждет. Телефон в левом нижнем углу экрана, не стесняйтесь, WhatsApp. Просто звоните, я не кусаюсь. Все возможные скидки максимальные для вас сделаю. Продам по самым лучшим ценам то, что вы захотите. Все, пойду немножко почитаю на своем любимом месте.
И я вас обнимаю. Счастья, здоровья вам и, конечно же, любви. Пока, ребят. Пока.